1 июня в 13:00 в Международный день защиты детей и к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на Тульской земле в Заокском районе в деревне Федора Конюхова состоится открытие аллеи русских писателей из 26 имен. Это артисты, поэты, композиторы. Также состоится открытие аллеи первооткрывателей земли российской. Ранее здесь были открыты аллея русских святых и аллея героев России и героев СВО. Более 45 бюстов. На церемонию открытия аллей 1 июня приглашены представители Тульской администрации, руководство Культурного фронта России, члены Союза писателей России, руководители общественных и ветеранских организаций. В мероприятии примут участие потомки, родственники выдающихся граждан Отечества, чьи имена будут увековечены на аллеях в деревне Федора Конюхова. Приглашаются все желающие принять участие в данном мероприятии. Начало в 12 часов. Адрес: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский.